очень сложных метеоусловиях, например, вот мой целик и моя мушка, например, ну, там, темно. Давайте, не у негра в одном месте, но вот там просто контуры предметов. Вот вы вскидываете, и что вы реально будете говорить, что вы реально целик-мушку видите? Не надо пипи. Вот. Коллиматорный прицел, ну, даже самый, да ладно, про самый не будем говорить, в самом недорогом холосане, по-моему, 8 дневных положений яркости, от 5, по-моему, до 8, до 12 бывает. Вот. И плюс еще есть ночные положения, и это для прицела ночного видения.